Всем привет, друзья! Продолжаем проходить модификацию Лабиринт, и вот в конце прошлой серии мы нашли автомат Боровы. Что ж, давайте его отдадим владельцу. Боровка, готовь артефакты. Ой-вей, не как сталкер деньги заимел. Так, а почему выделено синим цветом? Тут что, могут быть другие варианты ответов еще? При каких-то условиях. Держи свой автомат, Боров. Не хочешь узнать, как он ко мне попал? Вот это ни хрена себе. Вернулся красавчик. Почему не хочу? Даже очень хочу узнать, кто эта сволочь, которая у меня его стырила. Сначала прочитай записку на этой флешке с загадочной подписью в виде буквы В. А теперь слушай всю историю внимательно. Да уж, занятная история получилась. Ну а сам ты как думаешь, кто из этих четверых мушкетеров мог стащить автомат? Значит, четверо мушкетеров на букву В. Вован, Ворон, Вавилон или Валет. Ну, в прошлой серии все указывало на Вована. Какой-то он странный товарищ. Но не знаю, все может быть, конечно, и не так просто. Может быть, что-то мы пропустили. Так что... Не знаю, но пока что скажу Вован. Обосновать предъяву сможешь? Да как два пальца. Ну давай предъявляй, считай, что я Вован. Послушай, Вован, ты гнал полную пургу, когда рассказывал мне, что видел, как жматяра уходил с базы. Ты врал, что он пошел на свалку. Ты врал, что он ушел с базы в 6 утра. И самое главное, ты врал, что при нем был автомат. На самом деле тебя даже не было на посту. Я думаю, что как раз в это время ты уже ныкал краденный автомат Борова в электрощиток. А про автомат ты конкретно врал, чтобы подставить жматяру и увести от себя подозрения в воровстве у братка. Когда же ты из разговора со мной узнал, что я направился на поиски жматяры, то смекнул, что вся твоя брехня легко раскроется в моем с ним разговоре. Тогда ты и решил отправить своего подельника качка завалить меня. Это предъява, Вован. Что скажешь в свое оправдание? Так, ну, единственное, что здесь может немного не сходиться, это то, что Вован сказал, что жматяра отправился в сторону свалки, и, соответственно, логичнее для него было бы послать снайпера куда-то вот туда за мост, потому что мы бы где-то там проходили. Но снайпер по нам стрелял, когда мы были в районе аномалии. Недалеко от бункера Сидора. А про аномалию нам рассказывал другой товарищ, я уже забыл, как его зовут, В какой-то. Но с другой стороны, тот часовой, который нам рассказывал про то, что жматяра любит ходить по аномалиям, он говорил, что жматяра был со своим спасом или чейзером, который он любит. И когда мы пришли в аномальную зону, действительно жматяра был с чейзером. Ну, я не знаю, насколько это серьезный аргумент. Ну ладно, допустим. А Вован плюнет тебе в рожу и скажет, что ничего он не крал, а просто в это время мирно спал и видел красивых девчонок во сне. Я врал себе, потому что ты гнилый чувачок, и если бы он тебе сказал правду, то ты мог бы заложить Йоге его косяк на посту. А поэтому со своей предъявой ты можешь просто идти нахер. Как тебе такой вариант? Ну, тогда я пас. Сам думай, кто украл, и сам же ему делай предъяву. Хе, не ссы, сделаю. Правда, придется немного доделать твою работу. Ладно, главное, что автомат у меня и все четыре кандидата на предъяву на месте. Теперь перейдем к твоим баранам. Хоть и херово, но дело ты сделал. Бабки есть? С тебя, как и договаривались, 5 косарей. Вот, держи 5000. Арты гони. Ни хрена себе, какие мы крутые сталкеры. Хм, надо Йоге сказать, что пора заканчивать браткам сидеть на заднице у костерка. А то, гляжу, у сталкеров бабло завелось, аж девать некуда. Ну хорошо, вот, держи свои арты и советую побыстрее рвать отсюда когти. А то братва как просечет фишку, что сталкер жирными артами обзавелся, то вмиг снесет себе башку. А это мы еще посмотрим, кто кому снесет. Пока, Боров. Так, не, ну мы сейчас, конечно, переиграем, чтобы все-таки понять, кто же... украл автомат. Значит, я посмотрел запись прошлой серии. Получается, тот часовой, с которым мы вот здесь вот разговаривали, был Валет. И он нас отправил к аномальным зонам.
И также он еще в диалоге упомянул, что вот закончит какое-то дело и свалится ТП. Возможно, это дело как раз-таки продажа вот этого автомата Борова. Не знаю. К бабке не ходи, это точно валет спер. Обосновать предъяву сможешь? Конечно. Послушай, валет, из нашего с тобой разговора я понял, что ты просто горишь желанием свалить в зону в поисках приключений на одно место. Но это ведь лучше, чем полгода на базе стоять дозорным, не так ли? Правда, есть одно но, которое мешает реализовать твой замысел. Это не проапгрейденный автомат МП5. Вот недосада, и как бы тебе срубить бабла-то на его апгрейд? О, да очень просто. Нужно всего лишь украсть автомат Борова и впарить его, к примеру, за десятку косарей какому-нибудь тупому качку. Затем, на вырученные бабки, сделать апгрейд автомата у Ворона. И вуаля, мечта сбылась. И валет уже не какой-то там дозорный со сраным пестиком, а крутой браток с конкретной пушкой. А чтобы какой-то там фанат, который пытается найти воришку, не мешал замыслу, нужно просто попросить качка завалить его нахрен. Это предъява, валет. Что скажешь в свое оправдание? Ха, звучит правдоподобно. Вот только валет плюнет тебе в рожу и скажет, что он не за просто так стоит на посту, как тебе кажется. Не все у него так плохо. Он скажет, что за то, что он оберегает мирный сон братков во время их отдыха, каждый из них по возвращению из зоны отстегивает ему пару процентов от проданного мне или Вавилону хабара. Ты не знал об этом? Поэтому красть автомат ему не имеет смысла, так как накопить на полный апгрейд автомата вполне реально законным способом. Просто для этого ему понадобится чуть больше времени. А поэтому со своей предъявой ты можешь просто идти нахер. Как тебе такой вариант? Что, тоже нет? Ладно. А кто ж тогда? Ну что, остался, получается, Ворон и Вавилон. Ну, Ворон — это техник, который, собственно говоря, этот автомат и проапгрейдил. И Вавилон вообще рассказывал, что вроде как Ворон с Боровым там спорили. Боров предъявлял Ворону, что, мол, автомат этот он не проапгрейдил должным образом, что вроде отдача там у него или скорострельность что-то ему там не нравится. Ну и, конечно, можно выдвинуть такую теорию, что Ворон стащил этот автомат, чтобы Боров стал этот автомат, не имея его при себе, больше ценить. Потому что когда мы что-то теряем, то ценим это гораздо сильнее. Ну, как вариант. Либо Вавилон, потому что Вавилон нас отправил, собственно говоря, навел на след жматяры. Именно он сказал, что жматяра, скорее всего, стащил. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, давайте пока что Вавилона проверим. Так, значит, послушай, Вавилон, я знаю, что тебе пришел срочный заказ на ствол. Я думаю, что это заказ на ствол Борова. В разговоре с Вороном я выяснил, что ты тут на базе перепьешь любого. Поэтому на днюхе ты напоил Борова и Ворона, а как только они ушли в аут, ты украл автомат и заныкал его в электрощиток. В разговоре со мной ты специально перевел стрелочки на жматяру, чтобы направить мое расследование по ложному пути. А когда ты узнал, что я направился на встречу со жматярой, и ты понял, что в разговоре с ним твоя брехня раскроется, то ты подослал заказчика, качка, чтобы устранить меня. Это предъява, Вавилон. Что скажешь в свое оправдание? А Вавилон плюнет тебе в рожу и скажет, что у него бабла как фантиков, и что если ему что-то нужно, то это он как постоянный клиент закажет за полцены у Ворона, а Ворон, в свою очередь, выполнит заказ в лучшем виде и в кратчайший срок. Поэтому красть проапгрейденный автомат, который он может без криминала получить задешево, а продать задорого, не имеет никакого смысла. Тем более ему нет смысла ставить под угрозу хорошо отлаженный бизнес ради сиюминутной выгоды. А ты со своей предъявой можешь просто идти нахер. Как тебе такой вариант? Ну, значит, все-таки, возможно, верна та версия, которую я говорил про Ворона. Ну что, это однозначно Ворон стащил. Послушай, Ворон, во время празднования днюхи ты сцепился с Боровым из-за того, что тот раскритиковал твою работу по апгрейду оружия. Вавилон был свидетелем вашей грязни. Я не знаю, прав Боров или не прав, но я уверен, что тебя это сильно задело. Ну и ты решил ему отомстить. Ты, наверное, подумал, что раз этому козлу Борову не нравится твоя работа, то и хрен ему, а не автомат. Ночью, когда все спали, ты украл автомат Борова и заныкал его в электрощиток. Но когда ты понял, что я могу это раскопать, ты отправил своего знакомого качка завалить меня. Причем рассчитаться за мое убийство ты решил автоматом Борова. Тут надо признать, что ты хитер.
После того, как качок завалил бы меня и забрал автомат из электрощитка, ты бы приперся к Борову и заявил бы, что качок и есть вор. Это предъява, хитрожопый ворон. Что скажешь в свое оправдание? Ха, складно трещишь. Но только ворон плюнет тебе в рожу и скажет, что никакого качка он не знает и первый раз про такого слышит. А что касается обиды, то сколько братков, столько и мнений о его работе. А если бы мнение каждого он принимал близко к сердцу, то давно бы уже загнулся. Поэтому те, кому не нравится то, что он делает, могут просто идти в жопу. И свои советы по апгрейду оружия могут засунуть туда же. Ну а ты со своей предъявой можешь просто идти нахер. Как тебе такой вариант? Так, что это получается? Здесь нельзя узнать, кто же все-таки стащил автомат. Либо есть у меня предположение, что возможно, перед тем, как разговаривать с Боровым... Так, уже Сидор шлет сообщение. Подожди, я еще не закончил. Может быть, нам нужно сделать что-то еще. Наверное, неспроста здесь синим цветом выделен вот этот вариант ответа. Скорее всего, возможен и другой вариант. Но как этот другой вариант выбить, сейчас будем думать. Ну, самое банальное, это проверить вообще, появится у Борова диалог или нет, если мы этот автомат просто выложим обратно. Ну, это, наверное... Вообще самое тупое, что можно было сделать, но тем не менее. Как бы квест сейчас стоит, метка стоит на Борове. Нет, конечно же, диалога нет. Ладно, значит тогда с этим автоматом давайте попробуем как раз таки вот походить по этим четверым мушкетерам. Четырем или четверым? Мушкетерам. И попробуем, может быть, посмотреть, может у кого тут диалоги появились. Ну-ка. Нет. Кстати, вот к йоге я не ходил. Может, йога разрулит ситуацию. И чё б забодяжить? Срать охота. Я тут это, с корешами хочу рвануть в темную долину свободовцев пощипать. Только без разрешения йоги нельзя, он тут запахана. Ладно, еще успеете. Так, йога вот вообще вроде как здесь сидит. Так, так, так. Ну, что тут у нас? Это можем взять. Ага, вот и ты. Есть. Ну, по-моему, у него ничего нет. Но раз уже пришли, давайте спросим у него о себе. Ты не прокурор и не следак, чтобы я тебе свою жизнь обсказывал. Ты птица залетная, а я немало всяких пернатых видел, пока в люди выбивался. А выбился только потому, что не трындел. А если рот разевал, то наперед хорошо думал. И в хлебало кому, если доводилось, раньше и крепче других успевал приложить. А не боишься, что сталкеры осерчают и на вас пойдут? Нормальный мужик только одного бояться должен, что станет, короче, нетрадиционным. Это если для особо интеллигентных. А так я ничего и никого не боюсь. Чтобы сталкеров на кордоне за вымя держать, сил у меня хватает. Если целая стая на нас попрет, все равно навешаем. А новые пацаны ко мне приходят на постой. Как шоблу хорошую соберем, так тут же свалим из этого говна, заселимся на базе приличной. А кто там раньше жил, так жить перестанет. Вот так. Ладно, ясно, понятно. Так, что тут у тебя еще есть? Забегай, если что. Документы всякие. Броник лежит. Ага, возможно, где-то можно будет код достать. Ладно. Так, ну а что нам делать с автоматом? Что нам делать с автоматом? Ну давайте попробуем подойти к Вовану. Как бы сначала я думал, что он главный подозреваемый. Но тоже Вован молчит. Или может быть подойдем к Валету? А прокачать, кстати, нельзя. Ладно. Ну и что тогда? А где, кстати говоря, Валет? А, вот он. Ладно. Ну, тоже молчит. Ну, тогда я не знаю, что еще можно придумать. Может, сходим в деревню новичков? К Сидоровичу или что, я не знаю уже. Или тут действительно уже другого варианта нет. Но почему там синим цветом выделили диалог?
Ну, слушайте, я, честно говоря, уже не знаю. Я сбегал, значит, в деревню новичков тут посмотрел. Никто не разговаривает. Даже сбегал вот сюда на базу сталкеров, тоже никто не разговаривает. Потом вот решил отгрузиться на тот момент, когда нам нужно найти жматяру. И вообще подумал, можно ли нам как-то встретиться с качком перед тем, как он нас попытается убить. Но на базе никакого качка нет, на элеваторе сейчас тоже никого нет. Я уже не знаю, какие тут еще варианты можно предпринять. Может, без разговоров просто взять и завалить этого жматяру? Но это тоже как-то странно. Ага. И сам самоубился. То есть такой вариант тоже не прокатывает. Ну, у нас вообще после разговора со жматярой появляется квест поговорить с Вованом. Переговорить с Вованом. Врет по полной программе. Нужно освежить ему память. Но здесь сейчас по скрипту по нам будут стрелять. Но может быть, если не идти разбираться с качком, а попробовать все-таки сразу пойти к Вовану, может тогда что-то изменится. Ну что? Ничего, диалога нет. И что тогда делать? И после разговора со жматярой нас же... В нас стреляют по скрипту, даже если мы попытаемся убежать максимально далеко от элеватора, все равно по нам стреляют. И до Вована тут никак не успеть добежать, чтобы попытаться начать диалог, если он там вообще будет. Квест сразу перескакивает наказать обидчика. Но если мы накажем обидчика, заберем флешку, то потом уже у Вована никакого диалога нет. Но вот после разговора с Валетом нам нужно поговорить с Боровым, но по сути Валет нам уже... рассказал про то, что жматяра может быть в одной из двух аномальных зон. Я не знаю, может быть, проигнорировать задание и просто отправиться сразу к жматяре. Если нет, то тогда остается, наверное, ну, уже, наверное, один вариант. Ну, может, еще кто-то что-то придумает. При первом разговоре с Боровым, Боров предлагает либо работу, либо 40 тысяч. Возможно, если дать 40 тысяч, то тогда... Что-то пойдет по-другому, но что может пойти по-другому? Может, Боров тогда скажет, ну отлично, но если хочешь, у меня тут еще задание вот такое вот есть. Ну а что может измениться? Я уже не знаю тогда. Но сейчас тут никого нет. И что? И как? Может быть, попробовать не разговаривать с Вованом после разговора с Боровым, а отправиться искать жматяру сразу. Но жматяры здесь сейчас тоже нет. Нет, я решил это дело так не оставлять. Короче, в общем, я отгрузился на момент первой серии. Давайте, ну, все равно сейчас я хочу переиграть. И в любом случае, просто вот для того, чтобы накопить 40 тысяч, нам придется выполнить любую работу, какая есть. Я вот тогда отказался вот от этого квеста. Заодно сейчас посмотрим, что за задание. Все равно, если вдруг не прокатит, и мы так и не узнаем правду, то я просто загружу сохранение начала третьей серии, и мы продолжим уже как получается. Значит, просит он здесь перехватить курьера Сидоровича. Говорит, заплачу пятеру, но мы говорим, что за пятеру не согласен, минимум десятка, и он предлагает 6 штук. Ну давай, за 6 штук сделаем. Так, ликвидировать курьера и его охрану. Ага, где-то здесь. Ну, сейчас, чтобы накопить 40 тысяч, мы беремся за любую работу и делаем это только ради того, чтобы все-таки узнать, реально ли как-то докопаться до истины и выяснить, кто все-таки стащил автомат Борова. Может быть, за то, что мы докопаемся до истины, Боров какой-то там супер уникальный артефакт подгонит в качестве награды, я не знаю. Ну вот, прибежал я к этим ребятам. Стоять, вали отсюда, сталкер. У нас важная миссия, и твое присутствие здесь нахрен никому не нужно. Все усек. А мне на твою миссию плевать, гони хабар. Ух, ребята. Что-то вы какие-то крепкие, или это я косой? Значит, косой. Так, хорошо. Значит, вот он хабар Сидоровича. А если сейчас пойти к Сидоровичу? Не, ну это будет, конечно, совсем странно. Отнести хабар Шилову. Ну, намека на то, что можно к Сидорову отправиться, нет, ладно.
Раз намека нет, значит, наверное, ничего не получится. Держи хабар Сидоровича и гони мои деньги. Выбирай. Отличная работа, сталкер. За такое 6 штук не жалко. Хорошо, но больше квестов нет. Если ладно. Что ж, тогда прохожу сюжет дальше. Кстати, если прийти к Сидоровичу до разговора с волком, то написано, что у Сидоровича важный посетитель. Это Клык. Кстати, нашел тут сейчас в лаборатории в ящике целый АК-74У. Можно будет продать. А некоторые ящики тут закрыты на ключ. Патроны еще есть. Граната еще есть. Ну вот, сейчас торгую с Сидоровичем. Хочу сказать, что стволы, конечно, лучше продавать ему. Он берет дороже. Ну и вот накопил 30 тысяч. Не знаю, получится накопить еще десятку или нет. Но, не знаю, надеюсь, получится. А, ну вот, хотя еще вот это продадим. Геркулес можно продать. Кстати, если прийти к Сидоровичу, когда мы находимся в будущем, перед тем, как отправляться на АТП, то у Сидоровича тоже будет какой-то важный посетитель. И это, наверное, уже стрелок. А что, интересно, будет, если, находясь на АТП, мы в одиночку разберемся с наемниками? Ну-ка, такой вариант возможен? Ага, и нас убивает скрипт, понятно. Отдаем еще меченому 2500, и у нас уже 29 тысяч. Эх, боюсь, что может не хватить. Ну вот, продаем тут некоторые стволы и патроны наемников за 3400. Молодец, я доволен. Так, слушайте, у нас же еще медуза есть. Мы можем медузу продать, вот Борову, за 8400. И тогда у нас будет 40 тысяч. Ну давайте, вот чисто для проверки. 41 тысяча, отлично. И вот он, этот диалог. Значит, опять предлагает он нам работу, либо 40 тысяч, которых у тебя, скорее всего, нет. Не угадал, вот держи 40 штук и гони мне арты. Ни хрена себе, какие мы крутые сталкеры. Надо Йоге сказать, что пора заканчивать браткам сидеть на заднице у костерка. А то, гляжу, у сталкеров бабло завелось, аж девать некуда. Вот, держи свои арты. И советую побыстрее рвать отсюда когти. А, ну понятно, и все. И все. Хм. И ничего больше. Работы он нам не дает. Ну, а как же тогда быть? Как же тогда быть? Почему здесь синим цветом выделен диалог? Я не понимаю. Какие еще у нас могут быть варианты? Ну, просто уже никаких не осталось. Не знаю, что делать, пока не отдавал Борову автомат. Вот решил вернуться к Сидоровичу. А тут у него вот появился побочный квест. Не подкинешь работенку? Без проблем. Правда, дело грязное, но оно стоит 6 штук, которые я готов тебе предложить в награду. Рассказывай. Смотри, сегодня ко мне должен был прийти курьер с хабаром, который я заказывал еще на прошлой неделе. Хабар я до сих пор не получил, и уже не получу, это 100%. За пару лет работы курьер никогда не опаздывал. Значит что? Значит то. Нет курьера, и нет хабара. И я думаю, что это сделал Шилов. Но не своими руками, конечно, а чужими. Найду эту сволочь исполнителя, сам лично расстреляю, чтобы другим сталкерам неповадно было на такие дела подписываться. Но, кстати говоря, в этом сохранении я этот квест не проходил. Судя по всему, Шилов нашел какого-то другого сталкера. Ха, Сидорович, с тобой лучше не ссориться. Это точно. Слушай дальше. Нужно показать Шилову зубы. Поможешь мне его наказать, считай, что получил у меня пожизненную скидку на товар. Оба-на, об этом я даже не мечтал. В общем так, Шилов ждет курьера с хабаром. Твоя задача ликвидировать курьера и принести хабар Шилова мне. Как говорится, око за око. Пусть Шилов в следующий раз лучше своей тупой башкой думает, с кем связываться. Курьер и его дружки сейчас тут недалеко, свои задницы у костерка просиживают. Я думаю, пару часиков они никуда не денутся со стоянки, возьмешься? Ну и вот опять-таки... схожее задание. Все это, конечно, заманчиво, но ладно бы это были бандюки. Этих не жалко, но убивать неповинных братьев-сталкеров, чтобы насолить Шилову, извини, Сидорович, я пока в этом участвовать не готов. Но поскольку мы сейчас проверяем все варианты, то мы согласимся, но это только в этом сохранении, чисто чтобы пройти квест. Потом я, наверное, отгружусь, и мы начнем эту серию с
начало. Ты что, пьян? Да. Я уже не знаю, просто проверяю все варианты. Может быть, тут как-то побочный квест может повлиять на задание с бандитами, но это прям совсем маловероятно. Ну, в общем-то, то же самое. Так, мужики, а вы... Ага, никого. Ну вот и все. В общем-то, точно такой же квест. Тоже хабар. Только на этот раз Шилова. Возвращаемся к Сидоровичу и получаем 6000. Ну и... как бы все. Хм. И что делать с этим заданием, я не знаю. Возможно, других вариантов тут и нет. Так, ну, в общем, все. Проверяю последний вариант. Если нет, то нет. Значит, я сейчас решил продолжить играть сохранение, когда мы выполнили задание здесь вот по убийству этих сталкеров. Потом я еще выполнил сейчас, опять-таки, квест у Сидоровича по убийству вот этих сталкеров. Плюс еще продал там всякие вещи. И в итоге ситуация какая? Получается, вот у меня имеется автомат Борова, но также у меня имеется 40 тысяч. Я не знаю, может быть, сейчас можно Борову сказать, что я насобирал 40 тысяч, и автомат себе не отдам. Но я уже просто не знаю, какие тут варианты. Готов? Йо, ПРСД, все, тайна раскрыта. Я все-таки докопался до истины. Держи 40 штук, Боров. Ни хрена себе, какие мы крутые сталкеры. Это победа. Это просто победа. Будет совет. Невероятно. Так, ну, конечно, я не буду продолжать прохождение в таком варианте развития событий, потому что, как я и говорил, мы не будем убивать невинных сталкеров, забирать хабар Шилова и Сидоровича, но просто сейчас мы все-таки докопались до истины и узнали правду. Автомат Борова, вот он. Можно теперь с ним бегать при желании в этом сохранении, но смысл... никакого смысла нет. И самое интересное, что автомат этот, похоже, Борову отдать нельзя, потому что диалога никакого нет. То есть мы как бы говорим, что я забил на этот квест, держи 40 тысяч на твое поручение. И до свидания. И продать нельзя, ничего нельзя. Хм. Заходи, как припрёт. Ну и получается, что все-таки мы не узнаем, кто точно стащил этот автомат. Но по идее для главного героя это и не так важно. Главное, что он артефакты получил и можно отсюда уходить. Но для игрока... мне кажется, это было бы интересно все-таки разобраться, что к чему. Но хотя бы мы поняли, почему тот диалог был выделен синим цветом. Ладно, в общем, загрузил я сохранение начала серии. Вот у нас тут 5200. Никаких 40 тысяч нет. Квесты те, грязную работу мы не выполняли, так что отдаем вот автомат. Ну и говорим, что это Вован. Отдаем еще 5000 и получаем 2 артефакта. Все, теперь наконец-то можем продолжать. Заходи, как припрёт. Так, значит, сейчас, по идее, должен Сидорович сообщение прислать. И мы отправимся. Да, фанат, как закончишь с артами, сразу ко мне. Есть мысль, как тебе снарягу и пулемет достать у военных. Ну что ж, воспользуемся быстрым перемещением. Опа, тут даже катсцена, ничего себе. Я думал, просто черный экран, и мы возле Сидоровича окажемся. Интересно. Хм. Туман, правда, такой. Как будто мы в будущем. Но это просто так с погодой подфартило. Ну что, Сидор? Что-то стоящее. Привет, Сидорович. Проблема с артами закрыта. За такую скидку тебе большое спасибо от меня. Не благодари. Дело-то общее. Да, этот прощелыга Боров не сильно выеживался.
Сразу выкупить арты со скидкой не получилось, пришлось немного поработать на этого барыгу. Но, как говорится, дело сделано, и арты у меня на поясе. А если все-таки 40 тысяч отдали, что тогда здесь было написано? В общем, я сейчас проверил, если мы отдадим 40 тысяч, когда у нас автомат Борова уже имеется, то тогда диалог у Сидоровича не меняется. Но если мы отдадим 40 тысяч сразу, не начиная поиски автомата Борова, то тогда главный герой говорит: «Не, не выеживался, попросил 40 штук за арты, а как получил деньги, то сразу мне их и подогнал». Ну, и дальше все то же самое. Ладно, возвращаемся к нашему варианту прохождения. Значит, загрузил наше сохранение, 237 рублей у нас, и автомата что, Борова нет, зато есть два артефакта, которые мы, собственно, можем уже повесить на пояс. Минус 4 радиации, плюс 6 восстановления сил. Отлично. Ну и теперь разговариваем с Сидоровичем. В общем, пришлось немного поработать на этого барыгу. Ну, вот и славненько. Теперь слушай меня внимательно, парень. Все, что тебе еще нужно для похода, есть у военных, здесь, на блокпосту. Но получить это не так просто. Есть два варианта решения твоей проблемы. Первый – попробовать выторговать у них снарягу и оружие. С торговлей я тебе помогу. Второй – силовой. И здесь я смогу тебе помочь с оружием. Правда, во втором случае тебе придется убить их всех. Ну что, вариант первый? Мне еще пожить охота. Займемся торговлей. Говори, что делать. Ну, тогда к делу. Блокпостом командует майор Халецкий. Бравый вояка. Правда, есть у него один грешок, который очень помогает моему делу. Деньги он любит больше всего на свете. Благодаря этому у меня налажен отличный канал по переправке хабара в зону и из зоны. Мне на днях как раз новая партия медикаментов должна поступить из-за периметра. Хм, что, глаза вылупил? Или ты думаешь, что аптечки сами в зоне размножаются? Короче, пойдешь вместо меня к Халецкому и отнесешь кейс с деньгами. Ну и заодно поинтересуешься у него тем, что тебе нужно для похода в клуб зоны. Сидорович, а ничего, что там пулеметчики только и ждут, чтобы кого-то завалить? Или ты решил, что я Дункан Маклауд? За это не беспокойся. Я предупрежу майора, чтобы он утихомирил своих гоблинов. Как переговоришь с майором, сразу ко мне. Я должен быть в курсе, как все прошло. Тогда другое дело, понял тебя. Ты что, пьян? Так, переговорить с Халецким, хорошо. Сейчас я пока тут сброшу всякую лишнюю ерунду, потом частично что-то из этого нужно будет продать, ну, уже без записи это сделаю, частично что-то может починить и продать. Посмотрим. Ну чего стоишь? Да все, уже ухожу. Так, ну, и... Удачной охоты. Сейчас сталкер. Вообще темень на улице. Давайте, наверное, поспим и отправимся утром. И заодно, раз по нам сейчас не будут военные стрелять, можно будет сходить на минное поле. Поискать там владельца сейфа на базе сталкеров. Возможно, мы там кого-нибудь найдем. Так, ну что. Отправляемся. Значит, сразу, наверное, пойдем на минное поле. Или как тут лучше поступить? Ну, или, может, пойдем вот так вот. Таким вот странным маршрутом. Ну, теперь к нам военные нейтральны. Сходил бы ты лучше к командиру. Но молчат. Чего тебе? Такс. Подходи, не бойся. Стрелять не станем. Ага, а тут у нас убирается оружие, да? И болта нету. А как нам тогда... Ну, как бы можно прыгать просто. Играть в зайца. Но это как повезет. Ладно, давайте поиграем в зайца. Значит, нам куда-то вот сюда. Но этот же товарищ может и где-то тут загнуться. Где у вас тут мины? Или мины только вот тут установлены? Так, вон, кстати говоря, что-то лежит. Так. Ага. Флешка. Флешка, а здесь рядом скелет. Судя по всему, это наш товарищ и его рюкзак. Запись от 6 мая 2011 года. Вольный сталкер-сапер. Ага, сейчас сентябрь. До меня дошли слухи, что после последнего выброса у блокпоста военных за минами образовалось электрическое аномальное поле. Нужно это проверить. Если поле существует, то там наверняка должны быть артефакты. Мины для меня не помеха. Завтра отправлюсь туда.
Пойду налегке, только автомат и щуп. Пистолет оставлю в сейфе. Код замка 835-976. Если звезды сложатся правильно, то завтра и в моем тощем кошельке появятся звонкие монеты. Ага. Хорошо. Ладно, значит, там у нас, говоришь, аномалии, да? Ну, сейчас попробуем пропрыгать. Пропрыгал. Ладно, давайте тогда сюда. Хорошо. Отлично. Замечательно. Мы все ближе. О, повезло. Ага. И мы здесь. Так, детектор достать можно, это хорошо. Что-то здесь действительно есть. Так, еще один. Замечательно, два артефакта забрали. Так, теперь главное как-то выбраться. Значит, это у нас лунный свет и бенгальский огонь. Отлично. Так, ладно, сюда. Ну все, уходим. Уходим, но сейчас еще нужно пропрыгать как-то обратно. Может быть, вдоль стенки пройти? Хотя тут тоже мины могут быть. Но как бы... Может, получится. Ага. Так. И куда это я попал? Опа. Нет, это просто товарищ, которого не обыскать. Ладно. Как-то мы странно, конечно, залазим сейчас к военным. Ну, как залезается, так и залазим. Так, ну что. Пойдем тогда. Конечно, нужно будет все внимательно обыскать. Может, какие тайники будут. Ладно, но пока поговорим с майором Халецким. Я от Сидоровича принес деньги. Давай сюда, дипломат, свободен. Майор, раз уж я тут, то есть у меня к тебе одно дело. Патроны к автомату кончились. 150 за пачку обычных и 250 за бронебойные. Устраивает? Да нет, патроны мне не нужны. А вот от броника, пулемета и шлема с ночным видением я бы не отказался. Сколько возьмешь за все? 100 тысяч. Если берешь, то бонусом пойдут патроны для пулемета. И не смотри на меня так. Ну, пропускаю я хабар за бабки через кордон, и что? Сам живу и другим жить даю, понял? Слышь, умник, а ты вообще знаешь, какая у меня зарплата официально? Вот попробуй ты на нее прожить, ага? Так вот, за эти слезки мне полагается испытывать охренительное чувство гордости за свое дело. Государство, правительство, чтоб его. Начальники жируют, все как один, с зоны прибыли имеют. Так почему мне, Халецкому, нельзя? У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. Я выживаю, как умею. Ёпарасоте, это ж какой звездец кругом. Одни уроды. Еще чуток и либо перестреляю всех, либо сам застрелюсь. Ну так что, берешь? Нет у меня таких денег. Может, как-нибудь договоримся? Ну, дай подумать. С тебя двадцатка и одно дело. Короче, слушай. Наверняка тебе известно, что здесь на АТП братки устроили себе базу. За главного у них там йога. Неделю назад я провернул с ним одно дельце. Он просил кое-что ему продать. За это он обещал заплатить 60 штук. Я свое дело сделал, но, как ты, наверное, догадываешься, денег до сих пор не получил. Я, конечно, могу вызвать пару вертушек и разнести всю их базу нахер, но боюсь, что тогда своих денег я вообще никогда не увижу. Йога об этом знает. Затаился, сволочь, и на связь не выходит. Наверное, надеется, что со временем я забуду про должок. Он меня просто херово знает. Твоя задача — вернуть мне мои деньги. Как ты это сделаешь, мне по барабану. Принесешь мой кейс с деньгами, получишь все, что ты хотел. По рукам? По рукам, майор. Надеюсь, что твое слово — это не слово йоги. Так, интересно. Ладно. Что у тебя тут еще есть? Оп. Опа-па. А. Гравипушку бы сюда. Баба с возу. Кобыла в курсе дела. Так, интересно. Так, получается, там у тебя он уже костюм мой лежит, да?
как его достать? Наверное, никак не достать. Ладно, но я тут еще поброжу по базе, посмотрю, может, чего можно найти. Да, в эту комнату мы никак не попадем. Опа, там флешка еще какая-то. Так, стоять, такая... Но если эти вещи там лежат, особенно флешка, значит, все-таки как-то попасть можно сюда? А как нам сдвинуть? Этого халь... А, стоять, так он же попадет скоро в плен, вроде, нет? По сюжету Чистого неба. Ладно. Хорошо. Так, а что у нас тут еще есть? Сейчас поброжу, похожу, может, что-нибудь найду. Ну, в общем, походил по блокпосту, но ничего. А нет, вот нашел. Хотя бы один ящик. Ладно. Ну и больше вроде бы ничего не было. Сейчас еще давайте, пока по нам не стреляют, сходим, как один товарищ назвал это место, речка-говнотечка. Проверим это место. Потому что там как бы химические аномалии, может быть, могут быть артефакты. Так, радиация есть. И мины. Такс, ну что, неужели ничего мы здесь не найдем? Да, похоже, что пусто. В плане артефактов. Хотя место, конечно, хорошее. Для того, чтобы тут что-то было. И для тайников место хорошее. Но ни артефактов, ни тайников, ничего. А, кстати говоря, теперь сюда уже не пройти. Ну ладно. Что ж, ладно, тогда возвращаемся к Сидоровичу. Ну здорово! Все прошло гладко, майор получил твой кейс. Молодец, а что с твоей темой? Халецкий запросил за все 100 тысяч. Знает ведь урод, что у сталкеров просто не может быть столько денег. Я думаю, это он специально загнул цену, чтобы подбить меня на решение его проблемы. Что за проблема? Дело он какое-то с бандюками провернул. А Йога, не будь дураком, взял и кинул Халецкого на 60 штук. Этот теперь рвет и мечет. И завалить Йогу не может, и деньги свои как вернуть не знает. Вот и пообещал мне снарягу и пулемет подогнать, если я его просьбу с Йогой порешаю. Есть мысли, как Йогу нагнуть? Нагнуть Йогу? Ха, дохлый номер. Как только Йоге предъявы сделаешь, тут же тебя и порешат, братки, чтобы не лез не в свое дело. Ну и что делать будем, Сидорович? Будем хитрее. Сделаем так, что Йога сам захочет отдать тебе 60 штук. Это как? Есть у Йоги одна слабость. Он рьяный коллекционер антиквариата. Ну там серебряные подстаканники, подсвечники, иконы. У него, братки, уже все доступные села и деревни в зоне пошарили в поисках таких шедевров. Сам знаешь, что после аварии люди покидали дома в спешке, так что ценного и старинного барахла много осталось. Теперь к делу. Где-то пару недель назад у Йоги пропала самая ценная икона в коллекции. 15 век. Икону похитил бандит Жматяра. Опа. Откуда я знаю? Я его об этом попросил. Не удивляйся, Жматяра уже давно на меня работает. Первоначальный план был такой, что Жматяра похищает икону, а фургон рисует ее точную копию. Кстати, фургон в молодости иконописью занимался. Ты не знал? Рисует как бог. Дальше по плану, Жматяра должен был подменить икону у Йоги. Дело было сделано. Все были бы довольны. Йога до конца жизни бы не понял, что в его коллекции не антиквариата, а мазня фургона. Но план не сработал. Черт дернул этого Йогу показать икону кому-то из братков. Короче, пропажа была обнаружена, и сейчас Йога ищет того, кто украл икону. Дальше, думаю, уже смекнул, что нужно делать. Сидорович, да ты просто гений. Вот что бы я без тебя делал, сейчас же пойду и поговорю с Йогой. Ты что, уснул? Так...
Интересно, поговорить, переговорить с Йогой о пропаже иконы. Ну, удачной охоты, сталкер. Но давайте с Йогой уже будем разговаривать в следующей серии, так что на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюг. Всем удачи и пока.